Число просителей убежища в ЕС сократилось вдвое. Страны Евросоюза удовлетворяют около 40% заявлений на получение убежища. Страны Евросоюза с января по сентябрь 2017 года получили около 480 тысяч первых заявлений на убежище. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные обнародовал Евростат. Так, за весь 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 миллионов человек, в 2015 году – 1,25 миллиона. Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62% заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48%. В третьем квартале 2017 года он снизился еще больше, до 43%. По данным Министерства внутренних дел Германии, которая является одной из главных стран, в которую направляются беженцы, до ноября 2017 года в ФРГ было подано 207 тысяч заявлений на получение убежища. Это на 71% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 тысячи заявлений. В Германии, по данным федеральной полиции, также примерно вдвое сократилось число прибывших нелегалов. Если за весь 2016 год она составляла 111 тысяч человек, то за первые 10 месяцев 2017 года – менее 46 тысяч человек. Как сообщал корреспондент Нет, ранее в Германии подсчитали официальных беженцев по состоянию на 30 сентября в стране было зарегистрировано около 580 тысяч мигрантов. Напомним, в Германии хотят выплачивать дополнительную премию искателям убежища, которые добровольно вернутся из ФРГ на родину. Источник. Украинская служба Deutsche Welle. По материалам сайта newsgro.com.